Всем привет, всем привет. Что я решил сейчас? Поеду в пятерочку. Не в пятерочку, на переговоры. Что-то Гиртека как-то не очень хочет, я гляжу. Я им написал сегодня в час дня, где-то вечером, только там девушка откликнулась. Типа, напишите, заполните анкету, там мне скинул. Ну, такой, как в стиле таких российских компаний. Такой пафос. Заполните анкету, типа, мы будем рассматривать. Литовцы, не знаю, литовцам тоже на РВ-транспорт. РВ-транспорт написал. Они говорят, ну, на польский парк можно. На литовский тоже, там надо визу, короче, нужна. А визу нас сейчас не выдают в Калининграде. Вот. Такая вот действие.